Всем привет! Сегодня небольшое видео формата представления парфюмов, моих парфюмерных покупок недавнего времени. Это мои парфюмерные покупки за весь осенне-зимний сезон. Больше я ничего не собираюсь покупать, но хотела вам показать, что у меня появилось новенького в коллекции и о чем в ближайшее время я буду вам рассказывать. Это видео не обзор на парфюмы, так как я их еще не разносила, и я не хочу вам давать обзоры, когда сама еще не до конца поняла, что я думаю о парфюме. Хочу их хорошенечко разносить, а потом уже рассказывать с большим количеством деталей. Но в этом видео я просто представлю вам те парфюмы, которые у меня в последнее время появились в моей коллекции. Наверняка, если вы видели последние несколько моих видео о покупках, я упоминаю там о покупках некоторых из этих парфюмов, практически обо всех. Но есть у меня тут вот этот вот парфюм, с которого и начнем. Это новинка от Guerlain. Наверняка многих заинтересует. Это Guerlain Black Perfecto из их линейки L'Artigue Noir. Это более взрослый братик оригинальный для Petit Gourmand, который у меня тоже, кстати, конечно же, есть, естественно. Я их сравню обязательно. Вот такой замечательный флакончик, как вы видите, типичный флакончик Guerlain. Черный и хороший, интересный дизайн, я думаю, Black Perfecto для Petit Gourmand. Это совершенно понятно, что это родственник для Petit Gourmand. Здесь тоже есть вот эти самые темные ягоды, сочные. Но тут, как гласят производители этого парфюма, есть немного кожи. Я могу различить не то чтобы даже кожу, а скорее замшу, которая, конечно же, является кожей, но пахнет иначе. Да, очень приятный парфюм, более ламповый, чем для Petit Gourmand. Для Petit Gourmand все же очень... парфюм сладкий, девчачий и вообще хихикающий. Этот немножечко посерьезнее, но явно является той же самой парфюмерной подписью, как и L'Artigue Noir. Тоже ягодный и очень сладкий. Сделаю, конечно же, на него обязательно отдельный обзор. Интересный момент. Мне нравится, как вы видите, вот здесь вот, кажется, это отделка из кожи со стемпингом таких стадов здесь. Заклепок. Очень-очень интересно. Мне понравилось. Мне показалась очень интересная композиция для любителей как раз-таки La Petite Gourmand. Следующие парфюмы, о них я уже рассказывала. Во-первых, это Carmen Le Parfum. И это такое цветочно-фруктовое творение. Такой вот замечательный флакончик. Очень красивый, матовый. Куркуджианский парфюм. С каким-то коктейльным личи, с какой-то очень сладенькой фруктово-цветочной подоплекой. Действительно, очень цветочный парфюм, я обязательно о нем расскажу поподробнее, мне он очень нравится. Мне кажется, он родственная душа парфюму от Burberry, My Burberry, но менее сладкий, чуть более звонкий, чистый, нежный, очень невинный парфюм. Ждите на него обзор. Следующий парфюм, который я купила, это парфюм от Fresh. Это очень простая комбинация, которая мне давно уже понравилась от Fresh. Это каждодневный, повседневный парфюм-спрей для тела практически. И это Fresh Sugar, сахар называется. Это действительно очень приятный лимонно-сахарный парфюм. У него отличная, интересная упаковка. Я взяла его в небольшом формате. Я теперь не покупаю парфюмы в большом формате чаще всего. Он тоже с цветочным дыханием некоторым, но в основном здесь реалистические, приятные, сладкие цитрусы и сахар. О нем я тоже расскажу в будущем. Это не сложный парфюм, это не парфюм-загадка, это не парфюм чувства или настроения. Это очень повседневный, хороший парфюм, который я обязательно вам опишу в будущем в подробностях, расскажу о нем в деталях. Далее я купила парфюм от Lush. Это парфюм твердый, вот в такой вот коробочке.
Им я несколько дней уже пользовалась. И это парфюм называется Imogen Rose. Imogen — это женское имя. Роза — тоже женское имя. Вот такая вот игра. Игра слов. Этот парфюм базируется на очень восковой розе. Есть тут интересные другие какие-то полутона, но в основном это восковая роза. И мне показался этот парфюм интересным для наслаивания. Мне показалось, что такого рода парфюм очень хорошо послужит для того, чтобы строить на нем, как на базе, некоторые интересные цветочные композиции, которые у меня есть. И здесь 12 граммов, я не думаю, что будет такой уж, такая уж большая проблема использовать этот небольшой парфюм. Более того, его так удобно с собой возить и носить. Если, допустим, вы путешествуете, то именно таким образом я бы, наверное, путешествовала и буду путешествовать в будущем. Маленький, удобный парфюм, забрасывается легко в сумочку. Здесь хорошее количество продуктов, 12 граммов целых. И я поподробнее расскажу об этом парфюме, конечно же, в будущем. Далее пару маленьких форматов. Во-первых, Ателье Колонь Клементин Калифорния. Это в небольшом формате у меня парфюм. Ателье Колонь у меня есть. Несколько парфюмов от Ателье Колонь. Но скорее я бы, наверное, советовала смотреть в другую сторону, если вам, конечно, не хочется очень простых чистых композиций. Если вам хочется чего-то очень сложного и высокопарного, то, наверное, Ателье Колонь — это не то. Ателье Колонь делают отличнейшие чистые ароматы нескольких нот. То есть, если вы любите ваниль, у них есть ваниль. Если вы любите цитрус, у них чистейший цитрус. Это клементины калифорнийские. Мне кажется, наверное, больше унисексовый парфюм. Очень чистый, немножечко горьковатый клементин. То есть мандарин, маленькие мандаринки. Да, и на древесной базе, во всяком случае, так мой нос его чувствует, этот парфюм. Обязательно тоже расскажу, когда разношу. И последний небольшой парфюм в маленьком формате, который я себе взяла, это Nest Black Tulip, черный тюльпан от Nest. У меня был и есть до сих пор еще парфюм от Nest, которым я, честно говоря, пользуюсь мало. И только один я попробовала от Nest Fragrances. Это вторая моя попытка полюбить Nest. И этот черный тюльпан, честно говоря, мне на самом деле показался очень интересным. Здесь есть, во-первых, конечно же, много цветов, но, во-вторых, некоторая алкогольная нотка. Не то, что здесь вы не чувствуете алкоголь, а какой-то дивный ликер практически проглядывается. Есть некоторая сладость. Вот этот вот может быть интересным парфюм. Я его обязательно разношу. У меня здесь его, как вы видите, достаточно для того, чтобы хорошенько его протестировать. И обязательно, во-первых, вам расскажу. Во-вторых, решу сама. Я еще не решила, конечно же. Я только начала его тестировать. Буду ли я брать его в полном формате. Интересный аромат. Мне кажется, наверное, он мне может сильно приглянуться со временем. Это все мои парфюмы, которые в настоящий момент я в этом сезоне купила и о которых буду вам в будущем рассказывать. Надеюсь, вас заинтриговало это видео, и вы будете продолжать. Ждите мои видео, обзоры об этих парфюмах в индивидуальных видео. Это все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока-пока.